Дождичек идет, хорошо. В грязи, под дождем. Красота. Опа, грязь. Как хорошо. Скользко. Но все по-настоящему. Все по-настоящему. Хотелось бы убежать. Да грязь не дает. Вот так, бой ведет майор и полковник. Что остановились? Вперед. Хорошо. Грязь — это хорошо. Это новички. И это новички. Сейчас задача такая. Бой до 4 очков. Удар по шее — сразу выигрыш. Во все остальные части тела по одному очку. Удар по внутренней части бедра или внутренней части колена, то есть по ноге в нижний уровень, 3 очка. Вот что значит грязь. Вот что значит грязь. Работаем, 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 работаем. Хорошо, работаем. Задание — работать с обманными движениями, финтами.
Это к тому, что получится, не получится. Будешь тренировать, все получится. Не будешь тренировать, а только рассуждать, значит, ничего не получится. Только атаку, прежде чем атаковать, двигаемся, двигаемся. Атака внезапная, да. Атака должна быть внезапной. Двигаем, дергаем, дергаем, дергаем. Во! А, вот видишь, уже все, уже грязь свою уже сразу срабатывает, свое дело делает. Вот, 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 вот. Давайте. Работаем, дергаем, 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 обманываем, 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 потом внезапно атакуем. Оп! Вот, работаем. Виталик приехал с Отрадного, Краснодарский край. Вторая тренировка по ножевому бою. И короткие удары должны быть, ну, с оттяжечкой всегда входить. Очень близко входишь, очень. Надо входить на дистанцию удара. Раз, вот, пошел. На дистанцию удара. Работаем живее, то есть с душой работаем, с душой. Хорошо. Сейчас смотрите с вами. Защищаемся. Зуков. Работаем переборка. И сегодня не будем валять, не будем, в грязи не будем ковырять. Сразу удары. То есть. Пах. Затылок и лицо. То есть вот три удара. Еще ногой. Значит, смотрите, спокойно. Показываю спокойно, смотрите. Бам. Оп. Бам. Бам, бам, колено. Основная задача трехударка сейчас сделать. Работа идет вот на расслабление. Оп. Опа. Сюда. Отсюда. Дальше как пойдет. И опять все будет зависеть от того, насколько согнули. Насколько он высокий. Человек. Оп. Короткий. Не важно, он не успел там вперед вести. Он идет. Все равно идет удар сюда, то уже отсюда. Видите разницу, да? Если тому мне приходилось сюда, в общем-то, можно туда было не бить, а бить сверху, то здесь уже повыше человек, бам, бам, и уже бьем вот отсюда. Сюда. Да, туда. Заворачивай. Удар сюда и удар туда. Понимаете? Основная задача. Трехударочка.
Трех ударочек. И аккуратненько поехали. Тихо, тихо, не валяй в грязь. Ну не, если не пошел туда, да? Плечи расслабь. Нет, смотри, ошибка сейчас у тебя в чем. То есть руки для ударов должна быть дистанция. Вот, какова дистанция, такой будет удар.